Всем привет! Хочу сделать обзор на Ивату 101. Видео полно уже. В интернете я сам оттуда смотрел. Смотрел Олежа Нестеров Брест, как красит. И в принципе подумал, почему бы мне тоже не купить. Надоело китайскими оригиналами красить. Грубо говоря, надо расти, развиваться. Олегу Нестеру привет, кстати. Забавный человек такой, интересный. Молодец. Много познавательного видео. Я что-то беру. В принципе, молодец, молодец. Давайте начнем по порядку. Заказывал с Алибабы, Алиэкспресс, сайт. В принципе, цены там разные есть. Сейчас где-то по сегодняшнему, по маю. Получается где-то 3700, по-моему, вышло, что ли, там. Ну, можно на сайте поковыряться, можно намного подешевле выбрать. Две коробочки. Быстро дошло. Кстати, где-то дней 10 в Карелию. Получается быстро очень. Может, рядом Финляндия, то что 10 дней до доставки до двери. Так, ну, пожалуй, начнем. Пришло две такие коробочки. Такие шильды тут. Все тут по-китайски, по-японски. Буклетик. Была в комплекте щеточка. Был под девятку, под шланг, такой не без расъема. Ну, поначалу не скажу, там все ахали, там, ух, какой пистолет, туда-сюда. Я открыл коробку, я оригинал, я настоящих пистолетами не пользовался, говорю, китайскими оригиналами. В принципе, ну, да, неплохой такой на вид, как бы, ничего, нормально такой. Единственное, что бачок, конечно, вот это вот очень неудобно, когда его надо просто отколупливать не по резьбе, а, ой, опа, не по резьбе, а вот так вот открывать, как бы, неудобно, это минус, уже вчера пробовал красить. Вот так в целом, в принципе, красить неплохо. И вот это еще бачок, что с этой стороны небольшой. И вот, вот этот разъем немножко можно всегда на начеку быть, чтобы подзатянут. Чтобы его не потерять, и он чтобы вот так не упал вместе с краской, не вниз не свалился. Вот это голограммы тут. Не знаю, оригинал, не оригинал. Взял с дюзой 1.3. H2, там на сайте тоже все есть, их распыл где-то 180 факел дает. Ну, в принципе, для, я тоже красил китайскими, так они тоже где-то 180, там небольшие факелы. Анесцева, табачок, выбито все. Манометр я же сам уже прикрутил. В принципе, неплохой. Вчера попробовал тут наскоря красануть машинку, вампирок себе. В принципе, неплохо так положил. Поклал. Как бы хорошая шагрень такая. Ни подтечков, ничего, как бы. Только меня видно. Как бы, в принципе, можно покупать, можно пользоваться. Еще первая покраска, буду пробовать еще другие, больше детали красить. А так, в принципе, пока ничего. Пока не ахнул, но будем смотреть дальше, как пойдет, что. Так что, в принципе, ладно. Всем удачи, пока.